В начале нашей программы мы говорили о том, что поздравления женщин с праздником 8 марта с каждым годом становятся все более креативными. Конкуренция оригинальных творческих идей возрастает. Вот посмотрите, как жители Нижнего Новгорода на знаменитой Чкаловской лестнице выстроились в поздравительную живую открытку, создав таким образом самую большую восьмерку в России. Флешмоб так и назвали. Вам, любимые! По-моему, здорово. В Казани с креативом тоже все в порядке. Курсанты-танкисты вот так оригинально поздравили женщин с праздником. Будущие офицеры с помощью двух танков нарисовали на заснеженном военном полигоне огромное сердце. День 8 марта на канале ТНВ прошел под знаком любви, цветов и моря позитива. Его излучали коллеги-мужчины, которые одаривали прекрасную и лучшую половину канала «Новый век» не только вниманием, но и цветами. Сюрприз явно удался. Матурка зларын никшай артасыз, Ирегімнім януларын анламесіз. Эх, сіз матурка зларын никшай артасыз, Ирегімнім януларын анламесіз. Ну и завершить этот парад мужских признаний в любви нашим женщинам мы хотели еще одним креативным роликом, который я хочу выделить особо. За выдумку, оригинальность и сложность технической реализации. На мой взгляд, сотрудники татарстанского ГИБДД пока претендуют на первое место в этом негласном всероссийском соревновании женолюбов и женоугодников.